Я нахожусь в прекрасном месте. Ванновка, Турара Рускулова. Здесь прекрасный курорт Аксу Джабаглы. Я здесь впервые. И мне здесь очень-очень понравилось. Понравилось все то, что меня окружает. Природа, лечение, помещение, питание. Обслуживающий персонал очень внимательный, доброжелательный, вежливый. Здравствуйте. Я приехала из Туркестанской области, города Чимкента. Мне очень понравился этот санаторий Аксу Джабаглы. Я посещаю здесь первый раз, но, знаете, я была в впечатлениях больших, потому что очень внимательные врачи, и они мне выписали то, что мне нужно, и я вижу результат, эффект. Знаете, я хочу в дальнейшем именно посещать этот же санаторий. Здесь есть и грязолечение, и есть парафин, и есть Дерсенвал, все электротоки, электрофорезы и массажист. Так что приезжайте. Даже не могла ходить. Я так благодарна этому санаторию, персоналу. Хочу сказать благодарность именно от своего и от всех, которые лежащих сейчас, которые посетили с 30 по 10 число. Хочу выразить большую благодарность и спасибо, конечно. Я Бекимбаева Куляш Доскараевна, мне 63 года, я приехала с города Чимкента по путевке с Сабеса в Аксу Джабаглы. Мне здесь очень понравились процедуры, как обращается с нами персонал, очень хорошо делают нам массажи, физкабинеты очень хорошо оборудованы и по последней технике, питание очень хорошее, девочки очень приветливые. Красиво вокруг. Ну, конечно, хотелось бы желать лучшего, чтобы фитоблочки еще были у них добавочно. А так я дала бы им оценку все 10%. Я довольна. Мне массаж делает вот массажистка Алена, очень хорошо делает. У меня сильно болела спина, я не могла руки поднять. Сейчас вот спокойно, видите, вот я поднимаю руки. Также принимаю парафины на поясницу. Также не могла вот ходить нормально. Теперь вот хожу, бегаю, даже вечером на танцы прыгаю танцевать. Также вот Карл Гаш у них хороший в физкабинете работает. Им огромное спасибо.